Здравствуйте, друзья. У нас небольшой анонс, связанный с тем, что мы со Светланой едем туда в сторону Мичигана и будем пару дней в Чикаго. И у нас запланирована встреча. Вот тут написано все. Вот веб-сайт вот этого места, адрес. Это вот то, что называется Ukrainian Village. Значит, пятница, 14 октября с 6 вечера до 8 вечера. Я не знаю, сколько народу придет, но вот сколько придет там, и слава богу, так просто поболтать там, поприветствовать, пофотографироваться, может быть, я не знаю там. Вот, пишут, что парковка рядом, а также можно парковаться вот тут еще где-то. Я человек не местный, не знаю. Ну, в общем, такая вот история. Вот собственно, и все. И мы будем по ходу дела там рассказывать, чего видим. Вот. И, может быть, даже на этом мероприятии удастся что-нибудь заснять. У меня тренога небольшая есть. Вот, может быть, мы так заснимем. Ну, посмотрим. В общем, такое вот объявление, если кто хочет прийти поболтать. Счастливо!